Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и обзор пустых баночек за ноябрь месяц. И здесь у нас в основном баночки от Oriflame и есть других производителей. Итого 44 баночки от компании Oriflame и всего 2 других производителей. 405 баллов по текущему каталогу на 28 348 рублей по ценам текущего каталога и на 22 679 рублей по дистрибьюторским ценам, то есть со скидкой 20%. И продукция других фирм — это 2 геля для очистки рук, антисептики, один на за 116 рублей, а другой за 99 рублей. Ну так, поехали посмотрим повнимательнее. 44 баночки, но это что-то просто глобальное. Я буду доставать подряд одну за другой баночку. И первое — это витамины Wellness Pack мужские, отдал Михаил, пустая коробочка, там только этикетка. А витамины мы стараемся пить регулярно, изредка, конечно, забываем, но ценность этих витаминов уже 100% доказана и нашим состоянием, здоровье, внешности. И самое главное — это, конечно, здоровье, крепкий иммунитет и все жизненные показатели. Так что витамины рекомендую. Там в состав входит и омега-3, и астаксантин, и мультивитамины, и минералы. Кстати, как-то, может быть, еще больше года назад я говорила, что этот гель не самый мой любимый, я больше любила другие гели для интимной гигиены от Oriflame. Но в последнее время, особенно после рефила, я сказала, все-таки этот самый лучший, потому что он настолько классно смягчает, увлажняет, делает состояние интимной зоны комфортным. И я его тоже сейчас всем рекомендую. Это крем-гель, 300 миллилитров объем. Прекрасный, просто прекрасный. Уже когда он был в каталоге в очередной раз со скидкой, заказал себе в запас еще несколько штук и с удовольствием им пользуюсь, и вам тоже рекомендую. Так, чтобы не упало, будем ставить сюда. В руках держу тюбик от кондиционера для волос, серия Beautanicals, на 95% натуральный состав, и экстракт жимолости придает такой вкусный, кисленький, такой звонкий аромат, очень приятный. Обожаю эту серию. Для меня она как оживляющая. Волосы становятся блестящие, послушные, мягкие, гладкие. Очень нравится вся эта серия. И кондиционер тоже. Эта дочка отдала гель для умывания. Кстати, серию сейчас обновили. Это было из запасов. Последний флакончик. По-моему, для комбинированной как раз кожи был гель. Ну, ей он нравится, я сама не пользуюсь, я беру себе Novage. И, кстати, в последнее время прям иногда беру у дочки, взяла ей гель-бальзам для чини серии Wound. Вот это просто фантастический продукт, обязательно попробуйте. Его можно заказать сначала в пробнике, чтобы протестировать. Он похож на гидрофильное масло, то есть бальзамчик сначала наносишь на лицо вместе с макияжем, все это растворяется, потом пальчики смачиваешь и уже начинаешь мокрыми пальчиками взбивать этот продукт, массировать, и он немножечко меняет свою консистенцию, он становится таким маслянистым, очень приятная кожа, потом невероятно красивая и классная. Это маска, серия Pure Skin, вроде бы серия для молодой кожи. Я сама обожаю эту маску, потому что она маска-пленка. Наносим черную маску-пленку, даем высохнуть 20-25 минут, а потом аккуратно снимаем с лица вместе со всеми мертвыми клеточками, все, что есть, из пор вытягивается. Мне очень нравится, эффект лучше, если сначала лицо распарить, то есть либо теплой водой умыться, либо прямо намочить полотенце горяченькой водичкой и подержать, а потом сразу носить эту маску-пленку. Все маски наносятся после этапа очищения. Запомните, просто знаю, что иногда бывает по незнанию, мы можем использовать продукцию как-то неверно. Так, сразу два продукта достала. Кто узнает? Серия Hair X, активатор роста волос. Это у меня из запасников. По-моему, еще даже один или два остались шампуни. Я их очень всегда любила. И когда поставили серию, что она уходит из каталога, я набрала. Ой, несколько флаконов, штук 5, наверное, сразу схватила, потому что очень люблю эту серию, мне нравится эффект. Но затем вышла серия против выпадения волос, и она мне понравилась больше.
И вот знаете, вот как говорится, жадность фрая разгубила. Ну, я не жалею, конечно, ни о чем, но реально новая серия против выпадения волос более эффективна, лучше шампунь, он более классно промывает, легче. То есть после этого все равно, ну, легкая тяжесть есть на волосах, поэтому маленькое-маленькое количество нужно использовать, хорошо вспенивать и переносить на мокрые волосы, тогда эффект будет лучше. И как раз здесь кондиционер малыш, на самом деле он не малыш, просто мы разрезаем и используем до конца. И это тоже Hair X серия Climate Control. Climate Control супер позволяет снять статику, особенно вот переход, когда зима, начинаются кондиционеры, какие-то жарко в помещениях, то есть везде все как-то непонятно, на улице холод. И вот такие продукты, они помогают делать так, чтобы волосы оставались красивыми, гладкими и не пушились. И снова wellness. Wellness в этот раз омега-3. Закончилась баночка омега-3, по-моему. Сейчас сразу посмотрю, здесь же астаксантин, и возможно, сейчас здесь сразу несколько баночек должно быть, я просто помню, что я их старалась использовать все сразу, поэтому хочу их все сразу и достать. Так, пока мне это плохо удается, не вижу еще одну баночку, но возможно просто еще она не закончилась. Итак, астаксантин, омега-3. И сами витамины, они как раз входят в состав Wellness Pack. Просто можно заказывать баночки по отдельности, и иногда это бывает выгоднее, бывает экономия гораздо больше чувствуется, чем нежели заказывать большие пачки. Хотя сейчас по акции идет, две коробочки мы берем за деньги, а третья идет в подарок за 1 рубль. Ну, я считаю, это подарок. Так вот, когда идут акции, я заказываю баночки по отдельности, но мне не нравится. Мне не нравится, что нужно 3 баночки открутить, достать оттуда капсулки, витаминки и выпить их. Гораздо удобнее Wellness Pack, потому что здесь 21 пакетик саше. Очень удобно, достали, открыли, выпили, и не нужно ничего еще дополнительных каких-то действий делать. Но витамины, конечно, крутые. А это морской кальций с витамином D. Только закончила баночку, уже вчера открыла новую, получила по акции, в каталоге как раз сейчас идет скидка, и сразу начала пить. Поэтому тоже рекомендую, кальций очень полезный, особенно для женщин после 40 лет. Кальций пить просто необходимо, это полезно для суставов, для нашей гибкости, пластичности, чтобы сохранить нашу молодость и красоту. Так, дочка отдала мицеллярную водичку, серия Love Nature с органическим овсом и ягодами годжи. Я вот сама мицеллярную воду не люблю, я в ней ничего не понимаю, я не пользуюсь, макияж она мне не снимает абсолютно, я не могу умыться с помощью мицеллярной воды. То есть для меня этот продукт не стал в линейке в моих уходовых, а дочке нравится, поэтому ей всегда заказываю мицеллярную воду, она ей прекрасно убирает макияж, потому что она пользуется мало макияжем, это максимум реснички и какие-нибудь цветные стрелочки или немножечко тени блестящие. А я же делаю яркий макияж, у меня стрелки, тени, ресницы 2-3 слоя, поэтому мицеллярная вода не справляется со мной. Гель. Один из моих любимчиков, серия Feel Good с натуральными эфирными маслами. Гель для купания. Он просто нереально классный. И в этой линейке 4 аромата. Я их люблю все. Периодически то один, то другой заказываю. Кстати, в этот раз заказала себе с мятой и каким-то цитрусом, не помню. Очень классный. То есть он такой расслабляющий, такой вот немножечко рисковатый аромат, мне классный. А я в руках держу сливовый гель, он такой сладкий, он такой, вы знаете, страстный, сладострастный, вот так бы я его назвала. Вкусный, вот просто вкусно, приятно им купаться, наслаждаешься в этой пенке, кожа потом мягенькая такая. Рекомендую, попробуйте один раз, потом всегда будете заказывать. Маска, серия Love Nature с чайным деревом и лаймом. Чем мне эта маска нравится? Хотя для моей кожи она уже не очень, я бы сказала, подходящая. Для взрослых девочек нужно какие-то брать мягкие пилинги, кислотные пилинги. И их в Oriflame предостаточно, серия Novage.
Также есть кремовый пилинг, а есть как сыворотка, да, такой жиденький. Классные оба. Но я очень люблю эту маску. Что мне в ней нравится? Во-первых, мне нравится ее аромат. Серия с чайным деревом, это моя любовь, немножечко такая вот рисковатая, такой вот природный аромат, очень вкусный. И можно использовать как скраб и как маску, то есть на чистую кожу наносим, если на влажную, то массирующими движениями пару минуточек аккуратненько массируем по массажным линиям и смываем. Или можно нанести на чистую сухую кожу и оставить на 10-15 минут, при условии, что вы не даете полностью высохнуть, а делаете так пшик-пшик-пшик из пульверизатора, то есть смачиваете, чтобы не встала коркой. Это не полезно для кожи. Мы раньше, кстати, этого не знали и сушили маски. Я думала, вау, круто, она у меня аж трескается. А оказалось потом, что это не очень полезно. Ну, хорошо. Как маской эффект лучше. 100% круче эффект. Прям нам большая разница, хотя и когда делаешь как скраб, тоже такая свежесть, чистота, кожа дышит, кожа становится светлее. Но если сделать как маска, эффект еще круче. То есть кожа такая гладкая, поры стягиваются, они становятся чистыми, кожа сразу светлее значительно, поэтому попробуйте, влюбитесь в эту маску. Особенно у кого проблемная кожа, то, конечно же, это становится любовью навсегда. Крем дневной, серия Novage Экологен. Я использую эту серию с огромным удовольствием, до последней капельки. Практически нет аромата никакого у этой серии. Самое главное, что эта серия работает очень мощно, как антивозрастной эффект. То есть омолаживает, сглаживает морщинки, с мимикой борется просто на ура. Кожа выглядит подтянутой, чистой, свежей, мягкой, нет шелушений, напитанная, нет вот этого, знаете, вот иногда смотришь на кожу, вроде бы ровная, гладкая, нет пор, но она как будто бы обезвоженная, как пергамент, тоненькая. Так вот с этими кремами или кремами, бывает, что я забываю слова, как правильно ударение ставить, эффект просто классный. Но я сейчас взяла себе временно серию Optimus осветляющую, чтобы убрать пигментацию. У меня крем дневной, сыворотка и ночной. Я их закончу и вернусь к коллагену или закажу себе Ultimate Lift. Ну, хочу немножечко осветлить пигментные пятнышки, они вылезли у меня после лета, и это меня вообще не радует. Но что интересно, я уже пользуюсь 2 месяца ночным кремом, и вот недавно ввела сыворотку и дневной, но пока я не вижу, чтобы у меня стерлись пигментные пятнышки, особенно вот с этой стороны у меня выраженные, ну сейчас, наверное, не видно через тональную основу и пудру, но все равно они есть. И я беспокоюсь, как бы они не остались там навсегда, потому что бывает такое, что если вовремя не начнешь бороться с пятнами, они как будто бы, да, прорастают, углубляются, и их очень трудно вывести. Держу в руках баночку, это маска глиняная Optimus с углем, она прям такого серого цвета, вот тут на крышечке видно. Это маска моей дочки, я сама один раз только делала, потому что я больше люблю какие-нибудь питательные маски, тканевые, увлажняющие, потому что моя кожа требует уже сейчас это, а дочка обожает вот такие маски. Так, вот как раз мне попались 3 продукта, даже почему-то 4, ого, и все одинаковые, что они все вместе закончились, такое бывает. Это все гели для очищения или антисептики. Смотрите, 2 не Oriflame, я не пользовалась, это отдала дочка, они недорогие. На одном я рассмотрела, что здесь есть содержание спирта 70%, то есть это точно антисептик, который реально сейчас актуальный. Второй не знаю, но сейчас покажу вам 2 продукта от Oriflame. И это антисептик 70% содержания спирта, а это просто очищение, то есть просто помыть руки. Такая вот, да, чистка рук, когда нет возможности помыть с мылом, нет рядом крана с водой, то гель нужен. Но на самом деле все-таки лучше найти кран и кусок мыла. И вот антисептик мой любимчик, я его обожаю, у меня тоже такой же в сумочке лежит.
и одна капля, вот так вот растираешь. Есть сначала рисковатый запах, но потом он быстро улетучивается и остается приятный аромат, за что я его и люблю. Потому что мы покупали разные спреи, антисептики. Некоторые настолько мерзко воняют, я даже не могу сказать пахнут, потому что они просто воняют, что хоть беги из машины, потому что обычно мы садимся в машину, вышли из магазина, быстренько там набрызгали, обработали, и фух, иногда бывает просто невыносимо. Даже один мы все-таки выкинули, потому что это было что-то страшное. Так, здесь у меня целый набор фантиков, давайте посмотрим. Это кусочек мыла. Кстати, мыло серия Love Nature с абрикосом и органическим овсом. Но с этим мылом отдельная история. Если оставить ванну открытой, и там лежит кусочек этого мыла, то Бакс, наш кот, всегда находится застуканным за поеданием этого мыла. То есть он его просто лижет. Он его лижет, и мы поэтому либо прячем мыло, либо закрываем ванну. Если забываем сделать то или другое, то он бежит туда как сумасшедший и ест это мыло. Я не знаю почему. Пахнет мыло, конечно, вкусно, но другое мыло он не ест, а именно это он ест. И один раз он облизывал мыло из серии Schwedisch Spa отшелушивающее. Ребят, это странно. У нас такой чудной кот или чудный, я не знаю. Но вот такой вот факт есть, имеет место быть. Это патчи с киви. Я их очень люблю. И за прошлый месяц одну пачку использовала и забыла достать следующую. Поэтому нет, нет. А так бы делала почаще. Чем мне нравятся эти простые, забавные патчи? Ну, конечно, их внешний вид просто бесподобный. Когда клеишь себе дольки киви, я беру одну, их всего в пачке 8, разрезаю напополам и приклеиваю под глазки. Обычно утром, когда вижу, что у меня глазки припухшие, то я это просто делаю. У меня не всегда такое, но если мы на ночь напьемся чая, то, конечно, у меня случается такое ЧП. Не путать с ИП. Так, в руках держу пробничек, вернее тестер, маски серии Wound. Как же она называется? Как называется эта маска? Разогревающая маска, классная. Она похожа на маску, была раньше в серии Schwedisch Spa. Ее наносишь, и так сначала горячо. И она такая маслянистая, кожа такая мягкая. После нее шикарная маска. Так, две маски для волос. Каждой маски хватает на два раза. Пользуемся ним очень много, потому что я люблю также кондиционер. У нас есть маска в банке сейчас открыта из серии мед и молоко. Но эти маски очень крутые. Банановая пахнет так, что не хочется мазать, хочется есть. И с папайей. Кстати, предыдущая была, по-моему, с маракуйей, мне нравилось больше. И три пакетика. Шампунь-скраб для волос с углем. Шикарный продукт, просто шикарный. Он так прекрасно очищает волосы. И волосы такие чистые, пышные, гладкие, но подсушивает. А у меня волосы и так сухие, и их надо постоянно питать маслами, масками, кондиционерами. И изредка я делаю вот этот скраб, просто эффект вау. Ну, мы с дочкой вместе пользуемся, поэтому вот три штуки за месяц, ну, не так уж и много, но нормально. Потому что и голову-то я мою, если посчитать, два раза в неделю. За месяц это всего 8 раз. То есть получается где-то вот 2-3 раза в месяц я делаю это вот с углем. Мой любимчик или моя любимочка, потому что это маска, тоже серия Schwedisch Spa. Заметили сегодня, несколько раз уже повторила это. Этот бренд в Oriflame, потому что очень люблю. Кстати, я тюбик не выкину, я его разрежу и дамажу, потому что на пару раз там еще точно есть этого продукта бесценного и мной любимого. Использую эту маску каждый день практически на ночь, наношу на кожу рук, на залом, наношу дальше и заканчиваю локтями. На локтях накладываю прям много-много вот так вот. Делаю как маска, даю впитаться, впитывается быстро, но ощущение вот этой жирности еще сохраняется, поэтому днем не пользуюсь, только как ночную маску использую.
Эффект классный. Какой эффект? Кожа моложе, кожа напитана, она так не сохнет. И все, что за день с ней произошло, хотя я и за день 2-3 раза мажусь каким-то легким кремом, сейчас мой любимчик это с грейпфрутом, но эта маска необходима, чтобы дать коже питание, насладить ее маслами, витаминами, чтобы она служила нам долго и классно. Так, какая это тушь? 5 в одном. Да, одна заканчивается, тут же открываю другую. Очень люблю эту кисточку, потому что эта кисть, вот сейчас у меня тушь на ресницах из серии Giordani, супер тушь, по-моему, тоже с силиконовой кисточкой, новинка. Да, она классная, но она не справляется так с моими ресницами, как тушь 5 в одном. Поэтому, что я делаю? Я использую две туши. То есть я беру Giordani, она дает такую гущину, объем, длину, то есть прям действительно огромные ресницы. А этой кисточкой я разделяю, делаю укладку, поднимаю их, фиксирую, потому что эта тушь просто необыкновенная. И, конечно же, я от нее никогда не откажусь. Пудра серии Giordani Gold. Слушайте, вот это фантастическая пудра. Мне, конечно, не нравится то, что на черном остаются лапки, пальчики, как это в смайле, когда у меня лапки. Да, вот везде эти лапки. Ну, конечно, дизайн все равно красивый. Крутое, классное, большое зеркало внутри. Хоть на себя посмотреть, как я выгляжу. Какой вы меня сейчас видите? Я-то себя не вижу. У меня лапки. Так, волосы уложила. Вот что делает зеркало. Зеркало в руках девушки — это все. И весь мир подождет. И сама пудра. То есть здесь есть спонж. И если пудру наносить кистью, то эффект вот легкой вуали. Если же пудру наносить спонжем, то эффект фотошопа. Просто невероятно красивая кожа. Холеная. Такая, как с глянцевой обложки. Хочу эту пудру повторить, хотя она достаточно дорогая, но она мега крутая. Слушайте, сейчас выну несколько продуктов, которые из разряда косметики, а потом я пойму, почему пакет был таким тяжелым, я его еле держала. Я Мише сказала такую чушь, что это не пустые баночки, а полные баночки, либо кирпичи. Что ты мне туда положила? Оказывается, это я сама туда все положила. Так, сейчас посмотрим кое-какую мелочевку и покажу крупняк. Так, открыла CC гель Giordani в пробнике. Девчонки в чате просили рекомендацию. И я помню, что у меня лежал новенький пакетик. Попробовал, мне не понравилось. Я не знаю, может быть, я не умею им пользоваться. Но я люблю, чтобы взять продукт и не было каких-то заморочек. Я его наношу, как мне удобно. И он не стынет, не липнет, не становится пятнами и так далее. То есть я его нанесла, но мне было как-то лицу некомфортно. Хотя девчонки потом писали в чате: да ты что, он такой классный, ты просто не умеешь им пользоваться. Так, закончилась одна помада. Вернее, она не закончилась даже, но она стала на губах горечью. То есть она уже старенькая. Это серия The One. Кто-то помнит. Одна из моих любимейших. Трехслойная помада. Блеск, цвет и бальзам внутри. То есть три слоя. Невероятно классная помада. Очень жаль, что ее сняли с производства, потому что она действительно нереально классная. Масло чайного дерева с лаймом, антисептическое и ранозаживляющее средство. Можно использовать на прыщики, можно использовать на ранки, ушибы, ожоги, порезы, укусы. И очень много показаний можно добавлять также в шампунь, если есть перхоть, в крем, если угревая сыпь или воспаление на коже, в шампунь, если перхоть. Что еще не сказала? Ноги мазать, если грибок и запах у ног неприятный. То есть очень много, большой спектр, как можно использовать. Так, три лака. Высох, закончился практически красный. Высох очень крутой, красивый лак серии The One. Серебристый лак закончился, даже, по-моему, не совсем, но тоже высох. И один из класснейших лаков, тоже The One, с таким вот золотистым каким-то бежевым блеском. Очень красивый, такой культурный лак. Я люблю такие, знаете, незаметные, но которые придают ухоженность какую-то, вот чистоту. Потому что я не очень люблю делать яркие ногти, потому что за ними такой уход нужен, а у меня
ногти не очень долго держат лак. То есть любой лак, даже самый стойкий, 2-3 дня и где-нибудь скол. Поэтому я предпочитаю что-то такое незаметное, чтобы сделать и забыть на несколько дней. И закончилась подводка. Серия On Color. Классная подводка. Я ее всем рекомендую, потому что она вот во всех смыслах прекрасна. Кисточка удобная, легко наносить, тоненькую или широкую делать стрелку. Она хорошо лежит, не мажется, не растекается, не плывет. Поэтому я обожаю такие стрелочки рисовать. И они делают лицо, конечно, очень таким выразительным и красивым. А это старинка. У Миши был этот бальзамчик с кокосом. Он его закончил и отдал в пустые баночки. Но я не буду выкидывать эту баночку, потому что такие маленькие штучки частенько бывают нужны. Либо переложить что-то, либо с собой в дорогу взять немножко крема какого-то продукта. Либо я даже красочки сюда какие-то могу налить. То есть этот флакончик я точно не утилизирую. А мы весь пластик утилизируем, отвозим в магазин Leroy Merlin. Там стоят контейнеры для пластика, для посуды, для того, для всего. То есть разные варианты. И мы пластик весь туда выкидываем. И здесь вы будете сейчас в шоке. Полный пакет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь флаконов из-под ароматов. Знаете, что я сейчас стала делать? Я стала активно заканчивать старые ароматы. То есть у меня, например, лежит аромат годами. Я смотрю, осталось немножечко или чуть побольше. Я его прям ставлю на стол и только им пользуюсь, чтобы до конца использовать и выкинуть в пустые баночки. И освободить пространство. У меня просто так много ароматов, более 50 штук, а на самом деле там некоторые уже пора бы закончить и расстаться с ними. Не знаю, такое у меня настроение, хочу расстаться и все. Так, это дочкины ароматы. А еще там есть дочкины, слушайте, она только выкинула 4,5 аромата. Stardust, кто помнит такой аромат? Немножечко был он такой очень вкусный, немножечко какая-то резкая в нем нотка, но она такая привлекательная. А этот аромат, который у нас в семье, наверное, самый любимый, особенно у дочки, но я люблю, когда она им пользуется, иногда даже сама его беру. Love Potion Secrets, красавчик и по дизайну, и по составу. Белый шоколад, белые ягоды, клубника и ваниль. Слушайте, он просто прекрасен. Рекомендую заказать себе пробник, чтобы оценить этот аромат по достоинству. И еще два аромата от дочки. On the Edge. Кстати, она утверждает, что магнетиста это копия On the Edge. Ну да, что-то есть, только магнетиста более тяжелый, а этот более какой-то вот праздничный аромат. Ну и к магнетисте, если вы спросите, как она мне, потому что я открыла флакончик 2 дня назад, ну неплохо, но не скажу, что я в него влюбилась бы и хотела бы им всегда пользоваться, поэтому я ограничусь маленькой миничкой и когда закончится, больше уже перезаказывать не буду. On the Edge прекрасен, он действительно идеально подходит для девчонок, молоденьких таких вот, знаете, дерзких. Вариант просто супер. И какой-то аромат, даже забыла, как он называется, Memory с зелененькой крышечкой. Он интересный, вот такой, какая-то знакомая нотка, как акации пахнет у меня почему-то, или ландышем, вот что-то такое интересненькое прям. Ну его уже заказать нельзя, поэтому мы с ним расстаемся. Вот такой вот спрей для того, чтобы освежить тело. То есть если вы хотите вот просто, чтобы тело было приятно, то лучше использовать парфюмерные спреи, когда не навязчивый, очень легкий аромат, и из душа выходите, когда кожа влажная, распыляете воздух и входите в это облако, и вот просто тело приятно пахнет, и можно ложиться спать. То есть вот, чтобы не было таких резких, навязчивых, но в то же время чтобы нотки были мягкие, легкие, спокойные, сексуальные, наверное. Кто-то мне написал, как этот аромат может быть сексуальным. Не знаю, вот для меня как-то это легко. Сексуальный аромат — это тот, который возбуждает какое-то желание, да, какой-то, я не знаю, как-то очень легко. Так, балеринка, кто помнит этот аромат? Не знаю, как он, Pretty Swan. Кто помнит этот аромат? С такой, с юбочкой. Я его... Ой, слушайте, а там капельки остались, но уже почему-то не выбрызгивался даже. А, вот у меня трубочка туда просто не доставала. Кстати, еще можно добрызгать.
такой, знаете, немножечко сладенький, немножко навязчивый, я бы сказала, что не буду по нему скучать. Может быть, он у меня просто залежался и стал таким, потому что раньше он мне нравился больше, поэтому я с ним расстаюсь, таким раритетом, антиквариатом, я бы даже сказала. И один аромат нашла у себя, просто он уже практически все пустой. Эклат мадемуазель, слушайте, он наивкуснейший, но он на весну. У меня ассоциация с ним, что вот она, пришла весна, пришла пора лучиков, капели, расцветают цветочки, распускается зелень. У меня этот аромат ассоциируется с такой, вот, с пробуждением жизни. И там в состав красное яблочко входит, и вот он, правда, он такой вот легкий, женственный, девичий, нереально прекрасный. Попробуйте обязательно, хотя бы через пробник. И, конечно же, краска. Раз в месяц обязательно я освежаю цвет волос, мой оттенок 9.0. Мне он очень нравится, такой живой, насыщенный. И иногда мне кажется, что я родилась с этим цветом, хотя нет, мой натуральный цвет каштановый, я гораздо темнее на самом деле. У меня даже такой, знаете, с рыжинкой немножечко оттенок, потому что у меня папа рыжий, рыжий конопатый. Это про моего папу. Но я вот не рыжая, конопушек у меня нет. Может быть, к сожалению, потому что это такой тренд, так модно, но окей, нет и нет. Мне очень нравится краска, с ней волосы такие живые, блестящие. Краска умная, она еще и с маслами идет и прокрашивает седину. То есть краска смотрит, где ей нужно дать больше, да, интенсивности поработать, прокрасить седой волос, где не нужно. Почитайте про эту краску, по-моему, уже все, кому не лень, рассказали, какая она шикарная. Но я знаю, что, как и любой продукт, она может не всем подойти, поэтому нужно пробовать и получить свое впечатление, свой результат, чтобы сказать да продукту или нет. И в этом ничего нет страшного. Самое главное, это точно безопасно, не навредит однозначно. Ну вот все, мой обзор закончился. Пустой пакет, сколько много баночек, особенно ароматов. В следующий раз еще будут ароматы. Сейчас я активно налегаю на Тендерли розовый классический. Кто его помнит, он мне очень нравится. Он такой изысканный, нежный, красивый аромат и стойкий. Жалко, что его сняли с производства. Ну что ж, выходят новые ароматы, которые тоже нас радуют, и мы влюбляемся в новые ароматы. Меняется мода, время года, и мы сами меняемся. И если раньше мне нравились одни цвета, одни ароматы, то сейчас совсем другие. И я знаю, что пройдет время, и я скажу: так, уже это мне не нравится, дайте что-то другое. Это вполне нормально. Я вас благодарю за внимание. До новых встреч. Пишите, что у вас по пустым баночкам, какие продукты вы больше всего любите в Oriflame. И я буду рада вашим комментариям. Всего доброго. Пока-пока.